Я не знаю, зачем я это видео делаю. Наверное, просто чтобы показать процесс строительства своих уровней. Надеюсь, вы поставите лайк. Да. Диджей Ебан. Первым делом придумываем название. Я этот уровень... Я решила поставить фейд-аут на музыку и ускорители. И чтобы они не мешались, я решила сделать их невидимыми, хотя я знаю, что делать так нельзя. И выглядит это так. Дальше я начал со... Давайте уже посмотрим, что из этого вышло. И тут я решил поразнообразить с препятствиями и добавить лаву. Дальше я решил создать монстра, который будет вылезать из этой лавы. Конечно, он не в таком положении будет стоять, а пониже, и вылезать он будет с помощью мув-триггера. И выглядит это вот так. После этого я добавил несколько шипов и вот такие вот сферы. А также вот эту вот штуку. Давайте уже наконец посмотрим, что же из этого вышло. Ладно, давайте создавать дальше. И после этого момента я создал слишком баганутое препятствие. С ним я, конечно, мучился еще очень долго. И вот здесь я решил переключиться на корабль. Ну что же, давайте посмотрим, как это выглядит. Да, эффект заднего фона немного не совпадает, но потом я это пофиксил.
В общем, препятствия для корабля у меня получились вот такие. Потом я начал создавать препятствия для шара. После этого неплохо было бы продекорировать уровень. Ну, давайте посмотрим уже на результат.